Дорогие дамы, девушки, девочки, всех, кто смотрит наш канал и помогает бездомным животным, и приюту «Лохматая душа», мы поздравляем вас с этим светлым праздником, женским днем 8 марта. И желаем вам прежде всего здоровья, 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 долгих лет жизни, благополучия семейного и материального, а также, чтобы ваши хвостики и ваши лохматики никогда не болели и долго-долго жили вместе с вами. И наши лохматые и пушистые девчонки, живущие в приюте, тоже очень любят подарки, ждут и надеются. Ну, а для нас нет лучшего подарка, чем удачно пристроенные животные и приветы из дома. Наслаждайтесь просмотром! Ай, кот! Извините, что вашу романтическую сцену прервала. Это что там? Ты что залез-то сюда? Там ты зачем сюда залез? Так, у нас сегодня первый день весны, поэтому такой романтик. Там тебе не кажется, что ты на полу должен находиться? Куда офигел? Так, дальше что? На шкаф залезем? Что происходит вообще? Все, теперь кот живет на полу, а ты живешь здесь, да? Там, слезай. Слезай. Да, ты не обнаглел, нет? Такая лошадь. Ну, понятно. Еще и недоволен. Ну, а еще и недоволен. Говорю. Тоша, пошли. Пошли, встань. Тоша, встань. Это мы в ветклинику идем так. Давай вперед. Вперед, вперед. Молодец. Булочка, булочка, иди ко мне скорей. Иди ко мне скорей, булка. Иди ко мне.
Иди ко мне, ты молодец. Thank you.